Перед началом этого видеоролика хочу вам прорекламировать канал под названием Варвара Смир. Этот канал уже успел приобрести довольно-таки немаленькую популярность. Подписывайтесь на канал, ссылка будет в описании. На этом канале выходят очень интересные и крутые видео с монтажом. Подписывайся, не пожалеешь. Всем привет, с вами я, снова Даум. Всем привет, с вами Фрид и... Че, я должен быть в кадре? Всем привет, с вами Фрид. И сегодня мы будем распаковывать очередную посылку. Это раз 10 у нас уже юбилей. Итак, ребята, всем привет, с вами Фрид. И это 10... Всем привет, с вами Фрид. И сегодня мы будем делать очередную распаковку посылок с сайта AliExpress.com. Это 10-я часть. Я, ребят, долго думал, что как сделать. У меня тут была идея скопировать Китай Бугаган. Это так тупо. Поэтому я просто распакую. Всех поздравляю. Так, что у нас вот? Я что-то даже не знаю. А, скальпель. Блин, ни хрена он быстро пришел. Я его заказывал буквально недели-две назад. Йоу, ребята, это скальпель. Нифига себе. Быстро очень пришел. Вот, ребята. Йоу, просто. В общем, вот такой скальпель. Ну, ребят, потому что нож-кредитка, это нож-кредитка. Это скальпель. Так что давайте попробуем, что он, как он режет. Вот такой. Еще такой ты кадр меняется, у тебя руки в крови. Че, все, зачел? Да, ребят, в общем, сейчас. В ногу. Не, все, ребят, наконец-то. Все, ребят, скальпель мы. То есть я одел. Все, ребята. Что там падает? Ой, нож кредитка упал. Все, ребят, в общем, вот так вот он выглядит. Отлично. Говоришь, мы, как будто у тебя здесь воображаемые друзья есть, какие-то. Так, Егорка, давай протестируем скальпель. Ой, с удовольствием. Так, давайте мне, пожалуйста, вашу ручку. Кстати, очень острый. Сейчас, подожди, четвертый на дно. Кузя! Давайте вашу ручку. Ладно, шучу. Так, давайте все-таки протестируем, ребят, на бумаге обычно. Вот, допустим, я же хотел для распаковки посылок все-таки заказать. Я же не наркоман вам какой-то. В общем, давайте. Смотрите, ребят. Камера падает сзади. Такие, как-то... Офигеть! Коробки. Нифига, ребята, нифига себе, смотрите. Я просто... Сквозь? Смотри, я просто еле касаюсь. Ну, конечно, кишки же ты режешь. Посмотрите, ребят, я просто еле касаюсь. Ну-ка, дайте попробуем. Офигеть, ребята, очень острая. Вообще, дай-ка мне бумажку вон ту. О, да, спасибо. Да, давай. Только попробуем ее на весу. Это какая-то дерьмо мое. Так, попробуем. Подождите, стоп, она что-то начала. Нет, ребята, она немножечко... Не, ну вот если так, то вообще, ребят, нормально. Короче, ребят, острый нож. Ну, это, то есть, не нож, а скальпель. Потому что я заметил, что почти все распаковывают именно скальпелями. Ну, и, в принципе... В общем, ребята, все. Да, вот такой вот у нас выпуск получился. Горшашок в пакетиках. Фу, он воняет. Что это такое вообще? Что за бумага, ребят? Что это такое? Я не понимаю. Это склеен. Вот это выкинь нож. Хотя его, в принципе, можно оставить. Ну, блин, ну нахрена. Ладно, все, ребят, всем пока.